жизненный переход должен быть вот здесь, где они пожизненно ходят. Вот так же женщина шла, да, когда да, вы ехали? Да, 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 вот так же она шла. Да. Только она шла слева направо. И была вся в черном. Вся в черном. Абсолютно. То есть вообще никакой проблемы. Евгения, расскажите теперь сначала вообще, что с вами произошло 2 года назад вот именно на этом перекрестке? Я ехала с города и вот в этом районе увидела женщину прямо перед машиной, то есть прямо вот непосредственно перед машиной. Я начала, естественно, тормозить, но у меня обрезка, плюс, ну, расстояние очень уже короткое было, я решила, что нужно объезжать уже, потому что столкновения не избежать. И я чуть-чуть взяла влево. Я немножко свернула влево, и она мне ударилась от правый бок машины. И сейчас, получается, вас судят, да, вот непосредственно да, за это? Сейчас, да, сейчас меня судят, сейчас идут суды. Но это вообще не важно, потому что я считаю, что здесь надо сделать правильный перекресток, переход специально для того, чтобы обезопасить и водителей, и пешеходов, потому что они продолжают ходить здесь, несмотря на то, что здесь каждый год погибают люди.